Більше не в ефірі. В Україні запровадили санкції проти телеканалів Віктора Медведчука. Таким чином, відсьогодні перестали віщати 112 Україна, NewsOne та ZIK. Таке рішення, відповідно наказу президента України, ухвалила Рада нацбезпеки та оборони, мотивуючи це політикою каналів, яка загрожує цілісності держави. Однак Національні спілці журналістів України виступають проти. Кажуть, це наступ на свободу слова журналістів. А от що про це думають народні експерти, ходімо дізнаємося. Все, що закривається, я вважаю нейтральним. Абсолютно мені все одно, я не смотрю їх. Треба давати всім рівні права, але у нас якось все зараз стало однобоко. Я не можу нічого сказати, хто кому повинен. Ну давайте так, якщо демократія, давайте її будувати всі разом і давайте робити всім, давати свободу слова, а не обмежувати якісь определені канали. Це ненормально. Ну, звісно, к чому ми прийдемо? К второму Майдану когда-нибудь опять? Или к третьему? Или к четвертому, или к войне очередной. Ну, в общем, пока будут такие происходить события, не понимаю вообще, на что рассчитывает власть. Ну, если ответить шутя, то абсолютно нормально, потому что смотрю интернет, а если серьезно, то любое блокирование чего-либо в источниках массовой информации, в СМИ, в медиа, это ущемление свободы слова. Здесь один канал против одного правительства, другой канал против другого правительства, и все идут войной друг на друга. Здесь скоро Украина вообще. Пух, не знаю, ничего, не цікався. Ну, конечно, не надо, люди же смотрели эти каналы, им интересно. Но это плохо, поскольку это, ну, свобода слова не работает в нашей стране, это плохо. Я считаю, что должен быть свободный доступ к информации. Ну, вот так вот. Чи вважаєте ви, що закриття та блокування таких каналів – це суперечить журналістській діяльності? Да, конечно, в любом случае. С одной стороны, да, потому что страна в затруднительном положении, и поток дезинформации сейчас может пагубно влиять на ситуацию в стране, а с другой стороны, должна быть свобода слова. Ну, на это у нас демократическая страна. Поэтому, наверное, нужно и сохранить свободу слова так, чтобы это не вносило деструктив в информационное поле. Это ужасно. Я, например, смотрю, и я, ну, мозги работают, я развиваюсь, я сравниваю то и другое, у меня есть свое мнение. Потому что, ну, как бы я пенсионерка, поэтому хочу знать, это ненормально. Категорически против, потому что я одна из тех, кто, наверное, смотрит 112 канал, который как можно, наверное, обширнее. И очень реально оценивает события, происходящие в нашей стране. Я не против. Почему? Ну, потому что эти каналы как бы, ну, несут русский мир, а русский мир убивает. А смысл мне высказываться такой красивой девушке еще и на камеру нецензурное брание? Может, как-то покорректнее, нам покорректнее, просто важно ваше мнение. Покорректнее уже не получается. К сожалению, только нецензурная брань. Спасибо.